Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее мое видео посвящено тегу, который называется «40 вопросов о красоте». Если вам интересно узнать ответы на эти вопросы, то обязательно оставайтесь со мной. Итак, начнем. Первый вопрос. Сколько раз вы умываетесь ежедневно? Ежедневно я умываюсь 2 раза, или бывает даже 3, то есть это утром, потом, когда я прихожу после пар, и потом, наверное, перед сном. То есть, наверное, это уже получается 3 раза, так что да. Дальше, какой тип кожи у вас, сухая, жирная или комбинированная? Я думаю, что у меня все-таки комбинированная кожа, так как в некоторых местах она жирная, в некоторых сухая, поэтому да, комбинированная кожа. Каково ваше текущее средство для умывания лица? А текущее средство это в основном это скраб от Garnier против жирного блеска. Да, сейчас он мне очень нравится, такой вот очень пахучий, летний, мне нравится пользоваться именно летом. Дальше, вы отшелушиваете вашу кожу. Естественно, я пользуюсь всякими пилингами, скрабами, отшелушивающими средствами, чтобы вот очистить кожу. Конечно же, да, пользуюсь. Какую марку вы используете? Я пользуюсь абсолютно разными марками, это нет определенно одной, любимой какой-то. Я постоянно пробую что-то новое, не люблю постоянно одним и тем же пользоваться, поэтому это абсолютно разные марки могут быть. А дальше. Какое увлажняющее средство вы используете? Увлажняющее средство. Так как у меня больше все-таки матирующая кожа, так как у меня в большей степени именно жирная кожа, поэтому я больше пользуюсь матирующими средствами. На тех участках, где у меня сухая кожа, шелушение, там я пользуюсь смягчающим средством от Oriflame. Оно очень хорошо смягчает все сухости на коже, поэтому оно для меня является самым таким увлажняющим средством из всех, которые вообще могут быть. Потому что увлажняющие крема я пробовала, они мне не помогают, они не увлажняют должным образом. А эта вот штучка от Oriflame, она действительно очень хорошо увлажняет кожу. Дальше. У вас есть веснушки? Нет, у меня их нет. Не было никогда и, надеюсь, не будет. Дальше. Вы используете крем для глаз? Нет, не использую, потому что считаю, что крем для глаз нужно пользоваться, думаю, от 25 лет и больше. А в моем возрасте я считаю, что вообще крема для глаз это очень рано. Дальше. У вас была или есть в настоящем проблемная кожа? У меня в школе вообще не была проблемная кожа, никогда не было проблем с прыщами. А сейчас у меня вот, наверное, какой-то запоздалый переходной возраст. И вот сейчас уже, да, есть небольшие проблемы с кожей. Так что да, сейчас она, именно сейчас, да, у меня проблемная кожа, я считаю. Дальше, вы когда-нибудь пользовались специальными лечебными кремами для проблемной кожи? Кремамы, я думаю, что нет. Я пользовалась и сейчас пользуюсь болтушкой специальной, аптечной, именно вот против всяких этих несовершенств кожи, скажем так. А так какими-то специальными там средствами такими вот лечебными именно нет. Еще не пользовалась. Так, это у нас был блок уход за кожей. Дальше у нас блок вопросов по макияжу. Какой тональный крем вы используете? А сейчас на данный момент я использую BB-крем от Maybelline. Да. Дальше, как насчет консилера или корректора? А в качестве корректора, ну или можно сказать консилера, я использую сейчас корректор от Yves Rocher с экстрактом роз, который я показывал в своих заказах, или еще покажу, не помню точно. Ну да, это корректор от Yves Rocher. Дальше, знаете ли вы свой подтон кожи? Нет, я такого не знаю себе, но знаю, что у меня светлая кожа, это точно. Она не темная, она именно светлая, самая светлая, что может быть только в этом мире. Дальше. Что вы думаете о накладных ресницах? Никогда не пробовала их клеить, наращивать, ничего, потому что считаю, в принципе, с детства, что у меня ресницы длинные, и я считаю, что никогда не прибегну к тому, что буду их наклеивать или наращивать. Конечно, это красивее смотрится, но порой это бывает чересчур уже, поэтому нет, я сомневаюсь, что когда-то вообще буду их клеить, пробовать, и сейчас тоже не делаю этого. Знаете ли вы, что нужно менять тушь каждые 3 месяца? Конечно, знаю, но, конечно, всегда очень жалко выбрасывать тушь после 3 месяцев, если она еще работает, если она еще не высохла. Конечно, да, но я знаю, да, что срок годности у открытой туши вот где-то 3 месяца и все. Следующий вопрос. Какую марку туши для ресниц вы используете? Сейчас я использую тушь для ресниц от компании Lancome. Дальше. Sephora или MAC? Не то, не то, я не пользуюсь ни MAC, ни Sephora, никогда не пробовала и не пользовалась, поэтому нет, я ни тем не пользуюсь.
У вас есть маг про карта? Нет, так как я не покупаю в маг ничего, поэтому, конечно же, у меня ее нет. Дальше, какие инструменты для макияжа вы используете? Инструменты. Ну, всевозможные кисти, естественно, пинцеты, спонжики, как и все, я думаю. Дальше, вы используете базу по тени? Конечно, раньше не пользовалась, но где-то полгода назад начала уже пользоваться, купила себе самую первую базу от Essence. И вот сейчас не пользуюсь. В принципе, нельзя сказать, что прям так надолго держится тень, не знаю. Как-то что с базой, что без, все равно рано или поздно не скатывается вообще. Дальше, используете ли вы базу для лица? Нет, никогда не пользовалась, не вижу смысла и нет, не пользуюсь я базой. Какие ваши любимые тени? Любимых теней? У меня нет любимых теней, правда. Все тени, которые у меня есть, они все какие-то плохие, они скатываются, я не знаю. Но, наверное, самые любимые это от Maybelline Color Tattoo, потому что у них красивые цвета, они кремовые, они, в принципе, дольше всех держатся, поэтому, наверное, все-таки это будут они. Дальше. Вы пользуетесь карандашом или подводкой для глаз? Карандашом редко пользуюсь. В основном всегда какими-то светлыми карандашами, а подводка для глаз, да, я люблю подводку, поэтому часто ей пользуюсь. Как часто вы случайно попадаете подводкой или карандашом в глаз? Очень редко такого, наверное, ну, может, там, раз, там, или, ну, может, пару раз было за все время, а так нет. Стараюсь не попадать. Дальше. Что вы думаете о пигментах? О пигментах. В принципе, не всегда они бывают хорошие. У меня есть пигмент для губ от Oriflame, но он просто какой-то ужасный, и я вот наношу его сюда вот пятнами. В принципе, хорошо, что есть пигмент, так как они очень долго держатся, и, в принципе, это нормально, они смотрятся натурально, поэтому я думаю, что хорошо к ним отношусь, но в повседневной жизни не пользуюсь ими. Дальше, вы используете минеральную косметику? Нет, не использую, хотела попробовать, но пока нет, еще не пробовала. Какая ваша любимая помада? Любимая помада? Не знаю, у меня нет. У меня, в принципе, много любимых, но так, чтобы одной, то нет. Нравятся помады с Oriflame, а потом откуда еще? Из Yves Rocher, в принципе, хорошая помада у меня есть. А так, любимая, но какой-то одной любимой нет. Как насчет блеска для губ? Любимый блеск для губ? Не знаю, это тоже очень сложно. Мне нравятся блески от Essence, в принципе. Так что думаю, что это какой-то будет блеск от Essence. Вы покупаете косметику на eBay? Я еще вообще ни разу ничего не заказывала на eBay. Как-то пока хотела, но пока еще как-то нет. Возможно, такое еще не было. Нравится ли вам косметика масс-маркет? Конечно, нравится, почему бы нет. Это доступные цены и, в принципе, хороший выбор, поэтому почему бы нет. Вы ходите в CCO, Cosmetic Company Outlet? Нет, я даже не знаю, что это. Дальше, вы когда-нибудь думали пойти на курсы визажа? Когда-то, может быть, такая мысль проскакивала, но я не особо-то прям сильно этим интересуюсь, и моя будущая профессия никак не будет с этим связана. Как-то, не знаю, мне кажется, что я и так сама неплохо крашусь, неплохо умею это делать, поэтому не особо так стремлюсь пойти на какие-то курсы на визажа. Вы неуклюжи, когда делаете макияж? Да, в принципе, нет, нормально. У меня даже подводка с первых дней нормально начала получаться, линии, вот эти стрелки, в принципе, даже с этим проблем не было. Поэтому думаю, что руки, в принципе, с того места выросли, я надеюсь. Дальше. Название макияжного преступления, которое ты ненавидишь. Макияжное преступление для меня самое ужасное, это когда вот ходят с такими вот рыжими щеками, вот такими прям вот, вот тут вот скулы такие прям коричневые, вот этот бронзер этот. Все должно быть в меру, это просто ужасно, когда такие желтые щеки. В принципе, вот это, наверное, самое ужасное преступление для меня. Дальше. У какой знаменитости всегда отличный макияж? Я не знаю, честно. У них у всех бывают казусы, никто не совершенен, никто не идеален, поэтому у каждого бывает удачный макияж, у каждого бывают какие-то неудачности, поэтому, не знаю, определенной знаменитости я бы не выделила, у кого прям всегда прям все так красиво и идеально. Нет. Название. Нравятся ли вам красочные оттенки в макияже или нейтральные? В принципе, что касается губ, я люблю всегда красочные оттенки, такие, чтобы выделяли губы, то есть яркие. В качестве глаз, ну что имеется в виду яркие, то есть имеется в виду какие-то разноцветные, думаю, что нет. Глаза больше люблю такие вот какие-то нейтральные цвета, а на губы всегда вот люблю больше яркие.
Если бы вы могли выйти из дома, используя только один продукт, что бы это было? Один продукт, не знаю, я сейчас колеблюсь между тушью и блеском для губ, даже не знаю. В принципе, без туши я выходила из дома не раз, а чтобы были у меня не накрашены губы, это большая редкость, поэтому думаю, что это будет блеск для губ. Без него, конечно, не могу, чтобы губы были сухие и без покрытия. Дальше. Могли бы вы когда-нибудь выйти из дома без косметики? Конечно, такое было много раз. Конечно, я себя при этом не так прям комфортно чувствовала, но тем не менее выходила не раз. Дальше. Вы думаете, что хорошо выглядите даже без косметики? Естественно, с косметикой я выгляжу лучше. Без косметики, ну, понятное дело, что все люди с косметикой выглядят лучше, чем без нее. Поэтому, конечно, я считаю, что с косметикой я по-любому выгляжу лучше. Дальше. Как вы считаете, какая марка декоративной косметики лучшая? Лучшая? Ну, это что-то, наверное, из каких-то люксовых брендовых марок. Но из тех, что я пробовала, мне нравится Lancôme, в принципе. Какие еще? L'Oréal, в принципе, нормальные. Такие вот качественные продукты. Думаю, что это будут именно что-то из этих марок. И дальше, что вы думаете о макияже в целом? Тут прям уже сочинение тебе. Думай, что хочешь, говори, что хочешь. О макияже в целом. Я скажу одно, то, что макияж я очень люблю. Люблю его делать, люблю вообще экспериментировать, что-то пробовать разное, новое. Поэтому скажу, что думаю, что макияж это очень хорошо, но он всегда должен быть в меру. То есть без преувеличений. Всегда действительно должен быть в меру, смотреться довольно-таки натурально, естественно, без всяких там преувеличений. Поэтому да, макияж я люблю, собственно, поэтому и люблю косметику, поэтому и прям цепочка такая, и поэтому снимаю свой канал на YouTube. Что ж, я ответила на 40 вопросов о красоте. Я надеюсь, что вам было интересно услышать мои ответы. Если вы ведете свой канал на YouTube и не делали еще такого видео, обязательно сделайте. Думаю, это будет очень интересно. И да, всем спасибо за внимание. Всем пока.